Всех приветствую! Сегодня расскажу о монтаже отводного поводка, которым пользуюсь я. Свое мнение я никому не навязываю и не говорю, что это идеальный монтаж, но на практике он себя очень хорошо показывает, так как 90% моих рыбалок составляет отводной поводок. Так, значит, для начала дома заготавливаем вот такие вот заготовочки, значит, грузило. Грузило, значит, колокол, банан, палец, чебурашку можно использовать. Значит, привязываем грузилу леску. Диаметр лески, значит, по грузоподъемности не должен превышать основного шнура. Затем сантиметров 20-30 сам поводок, и на другом конце делаем петельку. Все, делаем вот такие заготовочки. Значит, по весу все зависит от теста. Ну, лучше больше среднего значения теста. Ну и не максимальный самый. Для комфортного забрасывания приманки. Все, значит, таких заготовочек дома наделали. Так, значит, делаем следующие заготовки. Значит, берем вертлюжок. Привязываем леску. Если обычная леска 0,2. Если флюорокарбоновая, можно потолще. Но по разрывной нагрузке также не должна превышать основного шнура. Дальше примерно длина поводка, ну где-то 1,20 м плюс-минус. Затем привязываем крючок. Я использую офсетный для меньших зацепов. Вот. Делаем такие вот поводочки, несколько штук. В случае вдруг, если где-то обрыв, мы могли быстро их заменить. Дальше к основному шнуру привязываем застежечку. Значит, к застежечке уже берем наше заготовленное грузило с поводками и петля в петлю привязываем грузило. То есть все привязали, все готово. Теперь расстегиваем застежечку. Так, и заготовленные наши поводочки за вертлюжочек привязываем. Так. Точнее, просто одеваем застежечку. Все, вот он. Монтаж, в принципе, готов. Вот, в случае, если вдруг, или даже наоборот, пришли на рыбалку, ловили, например, на воблеры, на вертушки и решили порыбачить на отводной поводок, то достаточно просто с застежки снять воблер и зацепить отводной поводок, то есть уже заготовленный. Или наоборот, если захотели, или место какое-то удачное, где можно пройтись воблером, вертушечкой, то расстегиваем застежечку, снимаем поводок с крючком и уже снимаем поводок с грузила. Все готово. Данный монтаж мне этим и нравится. То, что можно быстро заменить приманку. В общем-то и все. Всем спасибо. Пока.